Здравствуйте, народ. Ну что, с праздником вас сегодня, значит, 10-е, 8 часов утра. В Мустве. Вот такая вот речка. Пока еще полупустая. Потому что уже холодно. Но погода. Погода хорошая. Погода хорошая. Вот. И люди стоят немного, но стоят. Вот. Что вчера ловили, не знаю пока, но очень много людей поехало на Омиду. Как я и говорил, что там вроде как рыбалка идет. Вот ехали дальше, там на Вранье, на Эмаиге, тут я уж точно не знаю, что там. Просто поехали люди туда. Как там рыбалка? Приезжали за опарышем, прикормкой, значит, с Ранабунгерия. Сказали, будут ловить, а что там есть или нет, не знаю. Так что проезжайте. Все есть. Всего хорошего.